С тех пор, как было объявлено, что iPhone больше не будет поставляться с зарядным устройством, многие бренды стебались над Apple. Samsung был одним из таких брендов, но позже выяснилось, что компания в конечном итоге может последовать за Apple. Новое сообщение из южнокорейских СМИ раскрывает больше информации о планах компании относительно S21 и зарядного устройства. Короче, Samsung будет поставлять линейку S21 с зарядным устройством на 25 Вт. Однако, как сообщается, компания решила не включать зарядное устройство на некоторых рынках, ограничившись там лишь кабелем USB Type-C. Кроме того, компания, похоже, также работает над новым зарядным устройством на 30 Вт для своих смартфонов, но они будут продаваться отдельно. Возможно, как раз таки для тех рынков, где зарядка поставляться в комплекте не будет. Но все равно не совсем понятно, зачем Samsung разрабатывает зарядное устройство на 30 Вт, поскольку у них уже есть зарядка на 45 Вт. Короче, ситуация нифига не прояснилась. Как теперь понять, кто получит зарядку, а кто нет? И если нет, то будет ли как-то это компенсироваться? Много вопросов, и все они даже больше про репутацию, если честно. Ну как так? Вы только что троллили Apple, а теперь готовы ради денег все это проглотить? Ох, не думаю, не думаю. Должно быть что-то другое. Посмотрим. В отчете также подтверждается, что только S21 Ultra будет совместим с S Pen, и что стилус будет продаваться отдельно. Более того, компания будет продавать как минимум два официальных чехла, в которых есть слоты для хранения S Pen.